Ущерб от урагана Майкл оценили в 10 миллиардов. Жертвами урагана стали 18 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Ущерб, который ураган Майкл нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям 6 американских штатов, составит до 10 миллиардов. Такую оценку дала в опубликованном в понедельник, 15 октября, прогнозе консультационная компания Air Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. Air оценивает в пределах 6-10 миллиардов ущерб застрахованной отрасли от ветра и штормов, которые вызвал ураган Майкл, заявила фирма. По ее словам, прогноз распространяется на территорию штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный расположенным на побережье жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям. Напомним, по данным телекомпании CNN, число погибших в результате последствий Майкла в США достигло 18 человек и возрастет еще больше. В штате Флорида до 35 человек числится пропавшими без вести. Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему была присвоена 4-я категория из 5 возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. В Португалии сотни тысяч человек остались без света из-за урагана Лесли. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.